Всем привет, продолжаем узнавать что-то новое, ходить на выставки. Вот сегодня я сходил на выставку в Музей современного искусства Ирарта. Я достаточно часто там бываю, мне там нравится, там очень приятно. Так вот, выставка называется The Bounty Kill Art. Взгляд из будущего, раскопки Лукского храма 21 века. Вот что написано в анонсе к этой выставке. Невероятная археологическая находка, сделанная осенью 3115 года, вблизи заброшенного селения в южной части европейского континента, стала для современных исследователей проводником в повседневную жизнь человечества во втором десятилетии 21 века. Обнаруженный учеными храм, сохранившийся практически в первозданном виде, позволяет составить исчерпывающее представление о повседневных заботах, чаяниях и устремлениях древних жителей региона. Дуэт итальянских художников, трудившихся в эту пору и создавших большую часть культовых изображений для храма, сумел зафиксировать в своих скульптурах подлинный дух времени, повествуя о любви, ненависти, политике и актуальных проблемах современников. Художники, работавшие под псевдонимом The Bounty Kill Art, а порой и высмеять типичные заботы человека своей эпохи. Бесплодные романтические поиски, политический протест. Однако упомянутые работы не сравнятся с по выразительной силе с еще одной удивительной находкой – гигантской скульптурой Титана, одолеваемой Зевсом. По-видимому, это отсылка к образу всесильного древнегреческого божества. Колоссальная 8-метровая композиция служила главным объектом почитания в храме, где местное население находило прибежище и утешение, ненадолго забывая о круглосуточном потоке новостей, хаосе, социальных сетей и культурной неразберихе. Вот так написано в анонсе куратора выставки Даши Вас о выставки Bounty Kill Art, взгляд из будущего, раскопки Лукского храма 21 века. Ну вот такие работы. Интересно, забавно, с удовольствием. Все, всем пока, всем привет, смотрим работы. Узнали что-то новое, смотрели.